В Жамбылской области на 50% сократилось количество воспитанников детского дома. Это стало возможно благодаря новым формам воспитания. В частности, в регионе работают 15 домов семейного типа. В них воспитывают 63 ребенка. В патронатных семьях живут 139, а под опекой и попечительством более 1000 ребят. Несколько лет назад в регионе работали 3 детских дома, ну а сейчас остался лишь один. В нем 115 детей. На опеку, попечительство много детей берут, на патронатное воспитание. Затем дальше наши дети передаются в дальнейшем, согласно новому законодательству, в приемные семьи. Такая работа проводится к тому, чтобы наши детские дома реорганизовывались. С каждым годом количество наших детей в детских домах начинает уменьшаться. С прошлым годом у нас уменьшилось на 50 человек. Некоторые из них выпустились, а некоторых забрали домой.